Прогулка по парку. Смотрите, сколько людей отдыхающих. Вообще такая красота. А тут немного гнилыми игрушками, да, попахивает. Очень много фруктовых разных деревьев. Никто не собирает, они падают и воняют. Он шашлычки делает. Столько много разных деревьев. Вообще, вот эти деревья вообще непонятно, какой породы. Вот а что это за деревья? Это, наверное, такие, как там посадили в начале, да? Тоже калина, рябина, не пойми что, да? С такими ягодками. Шоцево оно такие. Что? Да, не похоже. Что-то такое интересное. А такой плод похоже, как на маленькое яблочко. Ой, какашка. Смотри, категорично заборонено разводить вогонь. Короче, костры здесь нельзя разводить. Но если на мангале, то не считается. Ох, как хорошо. Так у нас мангала с собой нема. А такое небо, кажется, дождь будет, да. А я как раз зонтик выложила. То есть это парк Отрадновский, получается, с обратной стороны. Ну а как он называется? Отрадницкий. Отрадненинский парк с обратной стороны. Мы еще не гуляли. Ну, таблички висят. Где что находится? Освещение еще не видно. Вон там дом. Классно, смотри. Люди себе сидят в свежем воздухе. А вот зона, где шашлыки делают, где беседки. Помните, в одном из видео я показывала. А тут уже беседки платные. Вот это новая беседочка построили. Господи. Люди празднуют что-то с шариками. Да, небо такое дождливое. Люди гуляют, отдыхают вообще. Столько разных деревьев интересных. Вообще красота. Даже дышится тут по-другому. Вот это груша. Уже видно, что на ней плоды груши, в общем-то, погнили. Некоторые опали, некоторые прямо на дереве погнили. Ну, паровозик ездит. Ой, шашлычками запахло так. Боже. Обязательно такое лицо делать. Пошли посмотрим, какое там мороженое продается. Красиво сделано. Можно водичку, мороженка купить. Ой, кажется, дождь начинается. Слушай, зонтик я не взяла. Что будем делать, если начнется сильный дождь? Мне ж нельзя промокать. Я же сахарная. Растаю. А, кстати, да, сегодня обещали, что там тимчасові там дожди. Грозы, ливеняки. Ну, трошки шпарила. Шпарила. Они, наверное, вот эти сосны ели, которые полностью пожелтели. Будут их это убирать отсюда. Хотя тоже так симпатично смотрятся. А смотри, как эти вы. То что теперь сделать мне? Приказать небу не капать? Смотри, как выросли эти. Помнишь, мы ходили, маленькие они были? Да, маленькие. Посмотрите, это Лёша.
Лёша, поздоровайся. Идём, давай, ну хватит, не снимай меня. Видишь, с тебя птичка смеется. Да, прямо сейчас начнут штабелями падать, пока ты не успел отойти от них. Зато вон вороны облюбовали те сосны и сидят там на них. Смотри, это вообще так темненько. Тебе страшно. Смотрите. Леша, улыбнись. Улыбнись. Я не буду это вырезать. Все, люди в панике начинают собираться. Миша, только 2 часа поели. Можно до 6 утра. С вчерашнего. Вот видишь, вот эти ивы подрезали в самом начале, весной, да? И вот они как пустили уже ветки, круто. Я боялась, что они лысыми такими и останутся. Эти выросли. Быстро они растут. Вдоль пойдем. Ну хочешь, давай тут быстрее, чтобы было. Мне надо так, чтобы нашли шо. По дереву спрятаться. Ты же сказал, что нельзя прятаться по деревьям. Люди загорают. Красиво. Да? Красиво? О, свадьба. О, еще и на свадьбу попали. Пошли побегаем перед ними. Ой. Какие феи красивые. Ну пошли же тудой. Мостик. Лёшина голова. Собака. Невеста. Невеста. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Невеста. Вороны так каркают. Вот, смотри, как красиво. С ромбиками красиво высадили, зелененько. Такие вороны кипишные. Это не на дождь так себя ведут. Ой, а смотри, как трава тут красиво зелененькая. Трава, говорю, красивая, ковром лежит зеленым. И вот голубые ели, видишь? Да. И шишечки какие красивые. Сорви мне шишечки. Залезь на шишечку, ой, на елочку с сыровиной. Сейчас там так грымыть. Ой, красиво. Смотри, трезубцем дерево выросло. Патриотично дерево. Все, там шалаш. Вон. Шалаш готовят на День независимости. Это опять петь. Ну, сцена, шо оно там? Какое оно красивенькое, пушистенькое. Это разновидность еще одна каких-то хвойных, да? Красиво. Очень красиво. Сцена. Опять, наверное, будут просто дети выступать, да? Верно. Сиреньки, такие горденькие. Ну, красивый парк. О, это они нас обогнали или это вторая свадьба? Лабиринтик подрос, кустики. Стоять. Лезешь в кадр постоянно. Тут
и шнобль твой видно в кадре. Видишь, подросли кустики. Кварька. Не. Давайте целуйтесь уже. Ладно. Все, ушли. Красиво салатовенькие вот эти вот кустики или что это за растение такое интересное. Смотри, как оно. Но ты не видишь, что желто-салатовые, но яркие они. Что ты горжешь за мной, ну? О, бах-бах-бах. Туда ушла туча, понял? Что такое время? Вот там наши тампоры. Класснючий кинотеатр. Вот что. Все, выходим с парка. Вот еще тут такие красивенькие кустики. Все чинно и благородно, все по феншую. Скучающий голубь. Вон, небо там какое. Класс. Я не верю своим глазам. До нас добрались и наконец-то убирают в этом палисадничке. Неужели у нас будет чисто? Наконец-то его, может, расчистят. Ура! Еще бы поспиливали страшные бы деревья, которые опасны. Ну, вообще замечательно, что до нас тоже добрались. Нас убирают. Ну, посмотрим результат. Вот, собственно, и результат. Почистили этот небольшой палисадничек. Теперь видно кусочек парка за домом. Нету такого ощущения, что живешь как в джунглях. Вот остались ветки, которые отрезали. Теперь они так лежат, их не убирают. Не знаю, будут их убирать или нет, или люди сами растаскают на дрова. Ну, в общем, вот такой вот результат. Мелочи приятно, хоть что-то сделали. Но ветки, судя по всему, не будут убирать. Вот так вот выглядит у нас сейчас за окном. Ну вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч.